Так, друзья. Hello, это мы, мыльные пузырьки. Мы вернулись на пляж, который не были давно. Да, мы вернулись с Тамирчиком, обсуждаем, где наши тропинки, где наши лазеечки, и где мы закопали яйца динозавров или драконов. Динозавров, да? Отлично. Возвращайся. Тоже облачко, я старалась. Мне нравится. Художник. Так, тогда я скажу. Подожди. Так, встретили мы с Мир Куцова Волгу здесь. Идем. Это тот район, где находится вот эта вот, где он, общага. А еще мы в этом районе встретили лимузин. У него очень-очень-очень. Ты отойдешь? Ты отойди, вот. У него очень панная крыша. Что с ней? Эта машина что-то совсем. Печаль ее припечалила. Пойдем. Такой район стрёмный. Глядишь, она костыляет. Дамир говорит, там флаг Японии. Я не знаю, видно вам ее. Вон он, видите? Вот. Вот он. Так, там флаг Японии, да? Настоящую сакуру. Настоящую сакуру, да. Почему один раз? Почему один раз? Ну просто помню. Ну почему здесь много где сакура? Потому что это же бывшая территория Японии. Японское море, это бывшая территория Японии или Китая, чьей-то территории. Соответственно, короче, флаг там, потому что там, скорее всего, что-то связано с японскими либо машинами, либо автозапчастями. Вот. А почему ты говоришь, что мы случайно? Нет, не случайно, здесь есть такая растительность. Вот. Но ее легко спутать еще с одним растением, а название его я не помню. В Украине везде это растение растет, оно тоже очень похоже на сакуру, но я не помню, как называется. Я помню, еще вот. Гулял, и типа встретил вот это дерево такое растение. Ну это сакура. Но это уже было в Украине. А, нет, в Украине это вот это не сакура, это вот это растение, которое очень похоже на сакуру. А здесь есть сакура, потому что здесь же рядом вот эти вот территории, вот эти азиатские, да, где она растет. Вот. Ой, котик. Это ж котик, да? Котик, красота. Ты болел или нет? Да. Ну, так ты один раз видел сакуру? Нет, много. Ну, а что ты говоришь, да, один? У тебя поменялось мнение на этот счет? Поменялось. Один раз, говорю, ты видел или все-таки много? Много раз видел. Много, вот видишь? Не сакура, а вот это вот растение, название которого я забыла. Но если задамся этим вопросом, я где-нибудь в видео напишу, как называется то растение. Вот. Я зайду, да, посмотрю, как оно называется. И вот я думала, что это то самое растение. Вот. А это действительно сакура. У меня просто были сомнения, может, оно будет в России, понимаешь?